Травяные гранулы, шелуха овса, отруби пшеничной, кукуруза натуральная, яблочные выжимки, жмых льна, соевый протеин, фитокомпозиция, ламинария. Словом, полностью натуральный состав, никакой химии. Речь о корме для альпак, лам и верблюдов, который производит предприятие «Биотехзоо», работающее на территории Ленинского городского округа. Проект включает в себя три направления производства питания для лошадей, зоопарковых животных и мелких грызунов. Для зоопарка производится корма для пастбищных животных, для листоядных животных, для альпак, лам, верблюдов, корма для страусов, корма для фламинго, корм для панды, красная панда. Производство возникло на базе Института лекарственных трав в 2003 году. Начинали с корма для лошадей, постепенно расширяя ассортимент. Состав каждого корма разработан специалистами с учетом индивидуальных особенностей и потребностей конкретного животного. Все сырье производится в России. За последние 5 лет проект вырос более чем в 3 раза. Закупилось новое оборудование. Мы участвуем в программе импортозамещения. Работаем совместно с Московским зоопарком, зоопарком Казани. Ну, можно сказать, что будем кормить всю Россию. В апреле 2022 года компания впервые приняла участие в благотворительной акции в поддержку зоопарков, расположенных в Донецкой и Луганской народных республиках. Инициатором выступил Московский зоопарк. Поддержали доброе дело Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области, предприниматели и общественные организации Ленинского городского округа. В этом году такую помощь решено оказывать на постоянной основе. Мы будем помогать зоопаркам, которые попали в трудную ситуацию. И вот как раз таки коллекции уникальные. Им нужно помочь вот этими кормами специализированными. В прошлый раз мы отправили несколько палетов с кормами, а это более полутонны. Очень радостно, что в этот раз акция становится более грандиозной, и компания выходит на новый уровень и будет делать постоянные поставки, оказывать постоянную помощь, потому что сейчас это нужно как никогда. Ну а предприятие продолжает развиваться. Летом прошлого года компания получила субсидию на развитие от Московской области и большой участок в аренду за символический 1 рубль в Домодедове, где уже начала строительство большого производственного комплекса. Это позволит уже в скором времени полностью заменить в рационе зоопарковых животных импортные корма. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Довлятова, Видное ТВ.